Выставка итоговых работ выпускников вызвала настоящий ажиотаж в первый день открытия. Десятки брещан пришли на открытие выставки под говорящим названием «Эпоха Великого княжества Литовского», приуроченная к одному из самых долгожданных для жителей города над Бугом событий – тысячелетию Бреста. Выставка работ детской школы изобразительных искусств «Эпоха Великого княжества Литовского» актуальна даже тем, что затрагивает собой длительный период нашей истории. Это период расцвета искусства, политической мысли и в целом самого города Бреста, который в то время назывался Берестем. На стенах итоговые работы 36 выпускников детской школы изобразительных искусств. 55 живописных и запоминающихся, колоритных и выразительных изображений выполнены в разных техниках. Печатная графика и тушь, масло, акриль, акварель и гуашь. А еще вышивка, ткачество, авторская кукла. Но единое они в одном – общей тематике. Любовь к родине, патриотизм, история изучения – попытка, вот, может быть, в детях вот, немножечко поднять то, что, ну, может быть, где-то мы забываем, почитать, поузнавать, чтобы дети немножко вот, старались историю посмотреть. Ну и немножко вот, уголок зала, это малыши наши, самые маленькие, юный художник. У них тоже немножко белорусская тема проходит. Ну и тема белорусских предметов, это тарелки, жбаны раскрашенные. Кроме картин, привлекающих своей многообразностью, художественным мастерством и игрой красок, на вернисаже представлены диптихи и триптихи, а также работы, выполненные в технике бумажная пластика. Над созданием всех материалов юные художники работали целый учебный год. Вдохновила нас, наверное, сама тема дипломной работы, ВКЛ, и мы просто думали, что же мы можем сделать на эту тему, и вспомнили о шикарной легенде, о любви между художником и балериной. К сожалению, несчастной любви, которая закончилась для них очень плохо, ее смертью. Мы как-то идею формировали в своей голове, пытались как-то сделать... монтировали, скажем, да, на черновике как-то пытались продумать каждую деталь, чтобы больше, лучше ее сделать, вот, и потом уже переходили на чистовой вариант. Атмосфера времени Великого княжества Литовского царила не только на картинах детей. Тематический антураж создали актеры Брестского областного театра драмы, напомнив посетителям экспозиции об истории древнего Берестия. Единственное, что не так много по Берестию материала, и если есть материал текстовой, то очень мало картинок, потому что, ну, ничего не сохранилось. Все мы можем взять только то, что где-то связано с Несвежим, только то, что связано с Великим княжеством, в польских каких-то собраниях, в литовских собраниях. То есть у нас, конечно, не так всего много. И поэтому, ну, так у некоторых детей повторяются работы, на которые они опирались. Но все равно есть работы, в которых совершенно своя творческая мысль, и они нигде не подсмотрены, и придуманы герои того времени из своих каких-то фантазий. Прикоснуться к истокам истории и заглянуть за занавес времени можно до 11 июля включительно.